Хай, здорово. Ну что ж, будем дальше проходить Спайдермена, блин. А то что-то я все... свои дела. Вы когда-нибудь ехали на работу или в церковь, думая о своих делах, и вдруг, бах, колесо попало в яму, машина сломалась, и весь день на смарку. Что ж, вы знаете, кого винить. Нет, не городские власти. Человека-паука. Его заметили спрыгивающим прямо на землю с огромной высоты. Оттуда и ямы. Зачем? У меня только одна догадка. Он нас всех ненавидит и хочет, чтобы мы страдали. Да ебать, что гнида ты, Герман, как поживаешь? Эй, я не юрист, но ты не нарушил условия УДО? Сейчас Герман пиздил. Уп, кажется, мы здесь застряли. Ну что, сыграем в города? Нет, поборемся на пальцах. Ладно, бьем по морде. Ого! У тебя теперь цифровые наручи, да? Будь по-твоему! Хочешь подраться? Давай драться! Скорее бы вернуть тебя в тюрьму, поболтать о науке! Помнишь первый бой? Я молодой и глупый! Ты просто глупый! Много болтали! Это твоя точка зрения! Разве уже есть стандарты? Сколько? Да. А вот теперь можно врезать. Зачем тебе это, Герман? Потому что иначе они меня убьют! Сейчас все будет! Надо попробовать по-другому. Раскайся, и я помогу! Ты правда хочешь помочь? Тогда не мешай мне грабить! Нет, так не пойдет! Тебе повезло, что тут есть наличка. Если хочешь грабить банки, иди на биржу. Это самый сок. А, стой, 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 стой! А, нет! А, ну же, Герман! Скажи, на кого работаешь, и я правда все устрою. Если проболтаюсь, мне крышка. Это не тетка сказала. Бля! А чё, как так вышло-то, блядь? Скажи, на кого работаешь, и я правда все устрою! Если проболтаюсь, мне крышка! Это они чётко сказали! Будет больно! Герман, ты меня пугаешь! Ты же не боишься людей! Не знаю, люди ли они! Под масками может быть что угодно!
Стой! Ты сказал маски? Да, блядь. Стой. А чё ты так, блядь, всё подлагиваешь? Скажи, на кого работаешь! И я правда всё устрою! Если проболтаюсь, мне крышка! Это они чётко сказали! Да, блядь. Так, сейчас будет точно по морде. Да ёбаный урод. Чё-то... Скажи, на кого работаешь, и я правда всё устрою. Если проболтаюсь, мне крышка. Это они чётко сказали. Герман, ты меня пугаешь! Ты же не боишься людей! Не знаю, люди ли они! Под масками может быть что угодно! Стой! Ты сказал маски? Не дергайся! Просить-то надо! Вежливо! Да ты заебал! Эти парни в масках! Зачем им деньги? Не знаю! Мне плевать! Закончу работу и свалю! Сдавайся! И мы тебя защитим! Нет уж! Ты их не видел, а я да! Ты ублюдок! Даю последний шанс! Слушай, я серьезно! Стой на месте! Ладно, я пошутил! Куда ты, блядь, прыгаешь, блядь? Ой, баран! Даю последний шанс! Слушай, я серьезно! Стой на месте! Ладно, я пошутил. Сейчас твой последний шанс. Серьезно! Прости, Герман. Ты сам виноват. Честно. Честно, говорит. Он был очень сильно напуган. Эти демоны теперь объявились повсюду. Ладно, Юрий, шокер твой. Отлично. На плато его ждет особая камера. Оттуда он уже точно не сбежит. И я почти уверен, что он работал на банду демонов. Банды демонов? Заголовок для Daily Bugle. Эй! Bugle — совершенно нормальное новостное издание. Я бы так не сказала. Говорят, у них есть очень хорошие репортеры. А у тебя есть другие отчеты о демонах? О людях в масках? Я тебе перезвоню. Кстати, там в банке ты сильно все разворотил? Тебе не понравится ответ. Зря я спросила. Драка с Шокером была долгой. Пора узнать, что новенького в городе. Что тут у нас новенького? Жетоны преступления.
Да здесь-то и нету уже нихуя. Получается только то, что... А, вот преступления демонов появились. Да? Ага. То есть появились преступления демонов. То есть сейчас я их прохожу. Ну и тогда и... Потом далее. Ладно. Типа перерыв между миссиями. Так, ну что ж, я уничтожил всех бандитов, и теперь можно смело идти на основную миссию. Что-то у меня какие-то проблемы были, он начинал меня подлагивать, что-то хрень какая-то. Если они хоть нос засунут в хранилище, я тебя прикончу. Понял, босс. Утроим защиту. Демоны не пройдут. Внимание! Демоны хотят обчистить наши тайники! Два мы уже потеряли! Босс может и за решеткой, но мы все еще отвечаем за его игрушки! Проверка связи, Орел 2 тут? Орел 2 на связи, на посту. В последнее время очень часто играю. Какие тайники обчищают демоны? Нужно убрать людей Фиска и выяснить, что они охраняют. Либо вообще нет. Так или иначе, это не должно достаться ни Фиску, ни демонам. Везде снайперы. Пожалуй, сперва займусь ими. Так много мусора. Красиво развешанная паутина отвлекла бы внимание. Вроде того. Не отвлекай меня. Пытаюсь понять, не забыли ли мы чего. Опять они про снаряжение. Что Фиск там хранит? Моя спина. У этого снайпера есть охранник. Время разделять и властвовать. Так-то еще немножко осталось. Интересно, что за новые патроны? Черт нам это место. Сюда корабли уже вечность не заходили. Парень, а ты у нас тугодум, да? Это проверить. Зулу 5, что там у тебя? Кто-нибудь проверьте Зулу 5. Похоже, он уснул. Понял. Вижу его. Ложная тревога. Мистер Фиск всегда на 5 ходов впереди. Я не могу, да, упавешь?
Выключаем. Ладно, убедимся, что все и правда на месте, и заминируем хранилище. Зачем нам взрывать свое хранилище? Разве Фиску не нужно то, что в нем лежит? Да, но еще больше ему нужно, чтобы оно не досталось демонам. Это ловушка. Если демоны прорвутся через нас, ловушка захлопнется. Ух, Фиск и правда все просчитывает. Наверное, поэтому Фиск. Фиск, похоже, очень хочет его защитить. Только где оно? Здесь Человек-паук! Осторожно! Что это? А вы так ничего и не поняли. Понял. Проверю его. Меня это уже бесит. Хэнк! Как же это так с ним вышло? Ты знаешь, что посторонним нельзя являться сюда и вести свои расследования? Да, я знаю. Вот я и принес ордер. Так может, проведем законное расследование? Звучит здорово. Как ты вас зовут? Удал-то, блядь, интересно. Офицер Дэвис. Можно Джефф. Ну а ты? Я шучу. Мой сын твой фанат. Так, с ордером. Можно выбивать двери? Если заполню очень много бумажек. Ладно. Я найду другой способ. Судя по всему, нужно искать дыру в стене или разбитое окно. Проверь сзади. Я бы сам пошел, но человек получше у нас дверь. Я как будто в фильме ужасов. Ау! Есть тут у вас злой рыбак с крюком вместо руки? Ладно, и где запертая дверь? Джефф, ты тут? Я уже с трудом сдерживаю себя от шуточек. Признателен. Видишь щиток электропитания двери? Ага, есть! Устрой перегрузку, и дверь должна открыться. Умно. Но у меня нет ничего, что вырабатывает ток. Попробуй. Электрошокер, гениально! Я как раз искал такие конденсаторы для улучшения костюма. Да серьезно? Только сейчас ты их нашел. Электропаутина рулит. Любишь технику? Ты как мой сын. В 5 лет он уже разбирал телевизоры. А сейчас взламывает телефоны друзьям. Похоже, у него есть чему поучиться. Так. Не вижу ничего незаконного. Я, пожалуй, разочарован. Не спеши. Давай обыщем тут все. Искать что-то особенное? Склад построили давным-давно. Он помнит времена сухого закона. Ага. Тогда спиртное хранили в тайниках. Вот здесь. Там что-то есть?
Открытая панель, такая же, как на входе. От нее идут провода, нужно найти электрощиток. Посмотрим, смогут ли мои линзы отыскать провода. Сработало? Неа. Наверное, это тот щиток. Иди дальше. Спасибо. Сам бы я ее не открыл. Вам спасибо. Сам бы я ее не нашел. И у нас тут ничего. Раз есть один тайник, может быть и второй. Заметил что-нибудь на полу? Ага. Они могут спрятать дверь, но не царапины от нее. Смотри, нет ли таких еще. Нужно снова все обыскать. В этот раз поищем царапины. Это точно. Ёпты. Бинго! Царапина, а двери нет. Я не вижу, по крайней мере. Отлично, сейчас приду. Или не приду. Лифт застрял. Подождите, я затащу вас. Второй этаж. Ржавые детали, большие пищащие крысы. Осторожно, мост сломан. Я уже понял. Отлично! Акробатика на уровне. Не все мы жрем пончики. И то правда. Еще дверь в тайник. Я взломаю замок. Дай знать, когда найдешь электрощиток. Ага, займусь. Нашел. Готово. Вот молодец. Эй, проверь-ка. Ничего. Мне начинает казаться, что Фиск так издевается надо мной. Взгляни на стены. Тут хранили оружие. Его бы не занесли сюда через переднюю дверь. Отсюда должен быть еще выход. Это стена. Здесь, похоже, проход в другую часть. Люди Фиска говорили о хранилище. Может, мы близко? Не сомневаюсь. Похоже, тут двойная схема. Поищи второй электрощиток. Нашел. Чисто. Вы были правы. Потайная дверь. Невероятно. Ты сможешь мне помочь? Тяжелая штука. Раз, два, три. Да, блядь, в одного и совсем не страшно. Наверное, старый туннель бутлегеров. Похоже, тут со времен Аль Капоне не прибирались. На пути большая куча бетона. Мне не пройти. Погляжу-ка я на это сверху. Тут есть где развернуться. Подождите. Что это? Может, там метро? Поторопимся. Тут опасно. Ладно, это точно было не метро. Неа. Скорее, взрывчатка. Похоже на демонов. Хранилище! Быстрее! Вперед, быстрее! Вперед, вперед, вперед! Черт! Демоны уже смылись! Как они нас опередили? Тут наверняка есть другой выход. Поищи. Здесь просто оружейный склад. Был. Они взорвали замки, чтобы войти! Бей и хватай. Они уходили в спешке. Тут пустые ящики. И похоже, они забрали те, что не смогли вскрыть.
Не тронули то, что не убивает. Оставили дымовые гранаты, световые, электрошокеры. Тут есть закрытая комната, куда они не влезли. Зачем взламывать что-то, когда можно просто откинуть сетку и забрать оружие? Ну, наверное, так удобно. Демоны! Демоны! Будьте тут! Ну нет, вдвоем у нас больше шансов. И еще с этим. Отъезжай! Вперед! Давай! Стоп! Мы арестованы! Глушите двигатели! Сандил Хаммен! В укрытие! О чем я говорю? Стреляю! Пригнись! Изолетка! Просто выпендриваетесь! А я думаю, что мне это? Оглушу его! Я слегка впечатлен. Смотри дальше. Отойди, оглушу его. Береги. Прикрой. Спасибо, очень вовремя. Беру на себя. Вы как всегда вовремя. Сзади! Стреляю! Прикинь! Как у нас? Видите? И у меня есть друзья! Когда-нибудь упущу два грузовика стрелков, я выброшу свой костюм. Этих парней. Они убьют кого-нибудь, если их не остановить. Я постараюсь догнать тебя, но пока ты сам по себе. Держитесь, Джефф, и не лезьте на рожон. Парни, для меня место есть? Пора на вы! Решила ходить по расписанию.
Нам сообщают, что офицера зовут Джефферсон Дэвис. Он получил легкие ранения, и скоро его здоровье полностью поправится. Простите, мисс, а разве вам сюда можно? А тебе? После истории с аукционом меня перевели на городские новости. И я могу сосредоточиться на настоящих новостях, как это. И на демонах. Ты понимаешь, что чем ты ближе к ним, тем в большей опасности, да? Чем ближе я к ним, тем больше у нас будет шансов. У нас? Офицер Дэвис, Мэри Джейн Уотсон, Дейли Бьюгл. Я молчу. Я вас не виню. Но эти ребята свое расскажут с вами или без вас. И в скандалах они профи. А твоя цель? У меня ее нет. Я просто слушаю. Ладно. Садись. Ой, блядь, что-то. Она здесь хороша. Слушаешь, то пошла ты на. Как я устал. Пора домой и немного поспать. Ставку метро убрали, да? Да ладно! Эмпайр, отдел благоустройства, Эдди. Здрасте, да. Я пытаюсь найти кое-какие вещи, которые случайно забрали из мусорного бака у моей... Номер бака. Сейчас. Так, 64476. Маршрут 33. Грузовик уже уехал. Если вещей там нет, то все. Стойте, стойте. Это очень важно. Можете подсказать, где сейчас грузовик? Сейчас гляну. Так, должен быть в муниципальном гараже, угол Бауэри и Грант. Понял. Спасибо, Эдди. Муниципальный гараж, угол Бауэри и Грант. Не проблема. Так, сейчас, минуточку. Я все, что угодно готов отдать за свою паучью флешку. Это же просто! Найти маленькую флешку в 30-тонном мусоровозе. Вот, и опять она подлагивает. Чего это? На этой флешке у меня годы работы. Все, что я сделал со времен школы. Я уже графику менял по-разному. А все равно, типа, она играет, играет. Разумеется, заперто. А вдруг кто придет воровать мусор? Может, есть другой вход? Вот чё, ты... При этом, знаете, система особо не загружается. Просто как будто вот игра... Типа жесткие начинают. Это ведь не считается взломом, если я ничего не сломал, да? Так, без паники. Может быть, они еще не выгрузили мусор. Нифига. Так, пора паниковать.
Empire, отдел благоустройства, Эдди. Извините, а этот грузовик может быть сейчас не в гараже? Может, наверное. Тогда где-то в западном Чайна-тауне. Отлично, тогда я туда. Кстати, я вспомнил. Перед выгрузкой ребята иногда заезжают в пиццерию. Да? Я проверю местные пиццерии. А куда они обычно заходят? В какую-то небольшую семейную. У Джерри? Нет, это на севере. Я про старую Джерри. А, да. Нет, там вроде кто-то на Л. У Ларри? Не, она на востоке. А, у Лео? У Лео. Да, наверное. Обожаю Лео. Стоп, кажется, это те машины. Спасибо, Эдди. Мусоровозы должны быть где-то здесь. Нет, тут ее нет. Здесь должен быть еще один мусоровоз. Молодец, парень. Вот, возьмите флаер. Возьмите флаер. Эй, что за... Ты чего? Флешку не нашел, а... Новый аромат, да. Не могу сейчас... Эдди, на вас вся надежда. Там тоже нет, да? Вы уверены, что они где-то здесь? Что с ним? Наверное, маршруты изменили из-за предстоящего митинга Осборна. Если твой пикап на 35-й, его как раз сжигают. В смысле в печь? У Манхэттенского моста. Поспешите. Мусоросжигатель. Надеюсь, я не опоздал. О-о, кажется, дело плохо. На помощь! Спасибо, Человек-паук. Ты как? Спасибо, нормально. Эта банда уже пару дней держит весь район в страхе. Думаю, впереди их еще больше. Я буду начеку. Слушай, ты не против, если я поищу личные вещи? Конечно. Мне надо составить отчет о происшествии. Там что-то есть. Уберу эти мешки, кажется, здесь. Только будь тут, будь тут. Есть! Фу, надеюсь, не сломалось. Фу, кажется, все на месте. А это что? Мой старый прототип. Выглядит круто. И почему я его не закончил? Кажется, его можно доделать. Вот так! Смотри, парень решил, что он Человек-паук. О-о. Стреляй! Вечер пошел немного не по плану. Где мне сегодня ночевать? Может, у МДЖ? Пойдем. Вот видите, лаги типа прошли. Я думаю, их установили, чтобы она
другой жесткий. Так, и как мне напроситься к МЖ на ночевку? Аж сектора обидели. Что если... Привет, МЖ, это Питер. Могу я у тебя Нет, надо проще. МЖ, я тут как раз гулял поблизости и... фальшиво. МЖ, раз уж мы снова общаемся, я тут подумал... Так, нет, я не настолько жалок. И чего я так заморачиваюсь? Мы просто друзья, да? Друзья часто заваливаются друг к другу на ночлег. Это совсем не странно. Посплю на диване. На диване, МЖ. О чем я думаю? Уведомление. Похоже, статью МЖ напечатали. Переночую где-нибудь еще. Она наверняка занята на работе. Был бы Гарри в городе, завалился бы к нему. А так никуда. Мне оставили голосовое сообщение, но номер скрыт. Привет, Паук. Давно не виделись. Соскучился? Приходи по адресу. Поймай, если сможешь. О-о, я узнал этот голос. Это же кошка. Побежи, пиздец. Вот опять какие-то лаги на... Как? Чё Привет, Паук. Все чаще вспоминаю о тебе. Нам было хорошо вместе, правда? Может, вновь разжечь эту страсть? Черная кошка. Неужели она вышла на поиски добычи? Она же обещала начать новую жизнь. Что ей тут приглянулось? Что вызывает подозрение? Она хочет, чтобы я что-то нашел. Но что? Как вот. Один из ее котов. Она встраивает в них усилители сигнала для перехвата радиочастот. Пусть Юрий заберет его. Фелиция слишком умна, чтобы так рисковать собой. Должна быть какая-то причина. Стоит быть начеку. Ну и вот, сейчас мне, значит, надо будет все это говно пособирать. Я это все соберу. И тогда... Может быть продолжать дальше. Но на этом все. Давай, счастливо. Прости, я забыл. День был Короче, сложный. Тут лишь диалоги Нам пошли. Закрыли финансирование. О, Питер, мне так жаль. А еще меня как бы выселили из квартиры. Что? А тебе есть где ночевать? Вообще-то нет. Совсем. Скажи, а у вас в приюте случайно мест нет? Конечно. Можешь занять диван у меня в кабинете. Спасибо, Мэй. Короче, был диалог о том, что позвонил это Юрий после черной кошки там, где это на карте. Что-то я вообще затупил рано. Выключил. И Человек-паук спросил, и эта вещь находится еще до сих пор в полиции или нет. Ну, короче, нет. Потом тетя позвонила. Вот опять какие-то тормоза, блядь, я понятия не могу. Что за хуйня такая происходит? Что за бред? А, прям вот пиздец, прям чё за хуйня? Как часто я твержу, что Человек-паук должен дать полиции ловить преступников? Как минимум 6 раз в день. Это только в выходные. И, наконец, это произошло. Офицер? Еще камера. Наверное, черной кошки. Ты ревнуешь меня к другому парню? Надеюсь, да. Но ты должен знать, что я не люблю мерзавцев. Зачем тебе это, Фелиция? Ты же знаешь, что я поймаю тебя.
девушкой, в принципе. Ой, блядь. Какая пизда, блядь, тупорылая. Я хуй знаю. Ладно, вот теперь все. Все, теперь на этом. Вот теперь все, давай. Счастливо.